улюблений кліпмейкер Примадонни Алан Бадоєв. Народився в глухому кавказькому аулі, виріс на Україні. Мріяв стати юристом-мільярдером, але судову залу проміняв на режисерське крісло. Власник апартаментів на одному з найдорожчих пляжів світу, але стверджує, що ненавидить гроші. Його режисерським дебютом стала картина «Оранж Лав». Сьогодні на його рахунку 170 відвертих та скандальних кліпів. Я тут віскі ще принес собі, так, щоб подогрівати в вашому холодненькому залі. Ну, во-первых, добрый вечер. Так мы же здоровались. Ну, добрый вечер. Ну, это... Мы уже и выпили, и поздоровались. Чего обманывать зрителей? Надо говорить правду. Полстакана уже опустошенные. По-моему, уже совсем такие, немножко. Это у тебя там полстакана? У меня, по-моему, там один глоток. Ну, хорошо, окей. Сверим наши бокалы, да? У меня такой первый вопрос к тебе. У тебя такая красивая танцующая походка. Угу. Ты случайно не занимался хореографией? Я занимался хореографией, наверное, 2 года, выигрывал призы и так далее. Безумно люблю все, что связано с хореографией, потому что это проявление некой страсти, да? Но мне кажется, что, в общем-то, и «Orange Love», он снят в виде танца. «Orange Love» вообще снят в виде музыкального произведения, в виде момента... Вот, это, так как этот фильм для тинейджеров, то это когда ты включаешь iPod, подносишь сюда, и у тебя под музыку целые истории происходят, целая жизнь, целая любовь, целая трагедия, целая истерия. Вот так и фильм. Сначала это было Orange Love, потом это было Orange Love. А теперь в России этот фильм побил, две недели держался первым в чартах по продаже DVD под названием «Что ты знаешь про любовь?». Ты знаешь, мне кажется, что почему он был так популярен в России, потому что там есть такая суперзвезда, как Чадов. Что ты знаешь про любовь? Конечно. Секс-символ. Конечно. И... Лёшку никто никогда не видел в такой роли на самом деле. И ты его, вот мужское тело, угу. Оно было наиболее красиво, чем женское. Считаешь ли ты мужское тело более совершенным, чем женское? Мне всегда интересно работать в близком контакте. Мне всегда интересно работать в близком контакте с актером, актрисой. Мне интересно этот близкий контакт показывать человеку, который смотрит на экран. Ты как-то ушел от вопроса женского и мужского тела. Не, я люблю и то тело. Но это кайф. Мужское тело в данной ситуации было в приоритете. Это было сделано специально или это неосознанно? А почему в приоритете? Там вроде бы... Олина прекрасное тело, у тебя, как сейчас помню, статью венгерского журнала, который распечатал все фотографии с Олей, где она хотя бы в легком обнажении была, и написано, что рождение новой украинской Венеры. Ты знаешь, почему они это распечатали? Потому что если бы они распечатали все фотографии Чадова, этого издания просто бы не хватило. Так и признайся, что тебе очень понравился Леша, и у тебя есть какие-то планы на него. Можно сказать, что секс правит миром? Я считаю, что чувственность правит миром, а в слово «чувственность» я влагаю такие понятия, как мозги, взгляд чувственные и тело. Мозги, чувственный взгляд, да. И чувственное тело. Потому что тело тебя будет интересовать только в первую секунду, пока ты трогаешь его. Ты кончишь, и тебя заинтересует, что думает этот человек и как он говорит. А если наоборот, сначала мозги, а потом тело? Ну, бывает же по-разному. Я поняла, что у тебя чаще сначала тело, а потом мозги. Все твое видео, оно построено на чувственности, сексе, крови и смерти. Здорово. Мне очень нравится то, что ты посмотрела хотя бы чуть-чуть моего видео. А ты знаешь, его невозможно не посмотреть, потому что все каналы страны, я думаю, что сейчас уже и вся Москва начинает крутить твое видео. Для Москвы мы пока, я и моя команда, пока большая интрига. Ну, по-моему, у тебя уже снялась Пугачева. Снялась Пугачева, сейчас будет еще 10 московских звезд, но это все еще интрига. В Москве идет шепот. Кто снял «Виагру», кто снимал последнюю «Виагру», кто снял «Меладзе», кто снял Пугачеву, что это за Алан Бадоев. Все приезжают и думают, что мне 40 лет, и я с бородой. Ну, как ты уговорил Меладзе, очень... такой миролюбивый человек и никогда не идет на выяснение отношений при помощи драки.
И вот, а бить женщину, да? Да, бить женщину. То есть, и тем более ты понимаешь, что для грузинского мужчины это как бы это табу. По-моему, это ему очень нравилось. Так, ух! Это было настолько нетипично. То есть он был очень сексуальным, да. Но для меня было большое удивление видеть Меладзе, бьющего женщину. Я вот это очень просто сделал. Передо мной стояла задача. Костя Меладзе мне сказал: «Алан, нужен клип для MTV». Чтобы я был секси. Нет, Костя Меладзе, это продюсер, это брат Валера. Чтобы это был клип для MTV. И чтобы Валера был моложе по ощущению. И чтобы там был драйв. Надо побить женщину. Я сказал, я долго думал и понял, что драка иногда похожа на секс. А кровь возбуждает. Все это очень вот возбуждает, да? И я подумал, что как можно закамуфлировать секс в чистом виде, ярким. То есть так бы ты снял бы порно, да? Да, да. Вот мы так и сделали. Ему понравилось, честно. Это было очень сложно на самом деле. Он падал печенью об маты. Это было очень больно, и он так. Все по-настоящему вот эти вот. Не, ну там все правильно делалось, конечно, но все равно больновато. Был рядом, да, да, да. Ну, пару раз попал девушке, кстати. Да, ты что пьешь там без меня? За твой талант, за умение уговаривать. Спасибо. Таких суперзвезд. Ну вот потом ты этот же прием с пораненным лицом повторил на Бондарчуке. Это бывает с каждым, даже с тобой однажды. На самом деле, честно говоря, я уже даже жалею о том, вот как это было очень смешно. Я снял, честно, как все это произошло вот с этими лицами, да? Я снял «Orange Love», где мы изрядно побили Лешу. Лешу всех, мне очень нравилось просто, как выглядит вот такое побитое тело, да? Оно очень желанно, хочется целовать вот это все дело. Сейчас вообще, по-моему, каждый клип, он идет с какими-то царапинами и драпинами. А ты знаешь, почему это происходит? Почему? Кажется, что мужчинам не хватает мужественности. Угу. Ты же в Беслане родился. Да, да. Это потом ты уже вырос в Горловке. А вот эта вот черта чеченского характера, мужского характера. Осетинского. Осетинского характера. Да. Как она сказывается на твоих отношениях, в твоей семье, в отношениях с твоей женой? Все очень просто, на самом деле. Отношения с женой, женщина, с которой я живу, и которая является и носит такой большой титул для меня, как моя женщина, моя жена и же мать моих детей. Слишком большой титул. Это большой титул. Это отношения достаточно консервативные, но в то же время и либеральные, да, потому что все-таки... Но ты взял в жену актрису. Я прежде всего взял в жену большую личность, очень умного человека, человека с огромной энергией, человека, с которым мы очень похожи, и от этого происходят плюсы, знаешь, вот как столкновение, отталкивание. Ты ее увел от мужа, по-моему, когда у нее уже был ребенок. Ни в коем случае, ни в коем случае. Я очень уважительно относился всегда к их семье, и я был очень юн, мне было всего 20 лет, когда... Я был вхож в семью, и меня учил ее муж, как разделывать рыбу, как то-то. А потом то-то. Ты взял и... Нет, неправда. Потом они разошлись, и через несколько только лет мы как-то начали связывать свою... Не сразу. Нет. У меня есть очень большое уважение к мужчинам. И очень большое уважение к моменту семьи. Это очень много для меня значит. Я не понимаю, почему ты ее не снимаешь? Почему, например, ты не снял ее в тоже Orange Love? Это просто другая история. Просто для Orange Love мне нужна была Ромео и Джульетта. То есть очень юные люди. А разве Жанна не юная? Жанночка – это потрясающей красоты женщина. Да, красивая фактура лица. Но со взглядом, который не обманешь. Взгляд женщины вообще невозможно переделать. Я не верю, когда актрисы в 28 играют 18-летних. Это не тот фильм, который ей нужен. Не тот. Ты собираешься ее снимать? Конечно, в кино? Конечно. Я на самом деле лелею и бережно вынашиваю определенные роли, определенные нюансы, где бы Жанна смогла себя показать. Но
честно и откровенно скажу, что никогда до конца не знаю, будет или не будет. Потому что для меня фильм это держишь не... Держишь ее просто нет, на таком нет, вот нет, 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 поводке. Нет, нет, у нас очень это четко прояснено. Фильм для меня это не момент семейности. Это не момент того, что ты моя жена, и ты у меня с ним есть. Подожди. Ты любишь женщин. Да. Ты говоришь, что она богиня. Да. Она прекрасна. Да. Она совершенна. Да. У нее потрясающая лепка лица. Почему ты такой гениальный парень, у которого 2000 идей еще впереди? Почему ты не можешь для своей любимой женщины сделать фильм? Как это когда-то делал? Это ужасно. Фильм? Почему? Да это ужасно. Как можно делать фильм для какой-то одной женщины? Ну ты же ее любишь. Даже любимой. А если завтра меня собьет машина? Далее у программы. Если она о чем-то просит, я пытаюсь это сделать. Если я не могу, я ей говорю, нет, я не могу. Встретились, полюбили, трахались, заболели, умерли. Все. А как ты собираешься стать режиссером-миллиардером? Это моя фобия. Старость и смерть. И я очень честно говорю перед собой, я боюсь старости, боюсь смерти. Ты не хочешь снимать интеллектуальное кино, ты хочешь снимать кино, которое будет интересно миллионам, да? Я снимаю кино, которое интересно и поистине трогает меня и зрителей моего поколения. Это очень важно. Это мой принцип в клипах, мой принцип в кино. Тогда получается честно. Если это тебя возбуждает, то да, для тебя да, это самое да, главное, да? Да. Также было с клипом Аллы Борисовны Пугачевой. Человеком, перед которым, будучи маленьким, я подбегал к телевизору. Это не человек твоего поколения. Это не человек моего поколения, но это человек из моего детства, из моего возрастания. Да? То есть, когда я был маленький, я подбегал к телевизору, брал микрофон и говорил «Аля-паля Коля поет» и начинал там петь какие-то песни. Это были гимны для меня, да, это было что-то. Когда мне пришлось снимать ей клип, выпала эта честь, то... Я смотрел на нее только как человек своего поколения, наблюдающий за ней. Пугачева что? Это самая топовая ситуация? Нет, ну, скажем так, да? Это у меня... как Зануси, я не понимаю. Нет, я скажу следующим образом. Для меня бизнес, а все, что мы делаем, это все равно бизнес. И творчество – это тоже бизнес. Это цели и этапы. Если ты делаешь в Украине, ты должен снять Билык, Могилевскую достаточно. Ну, то есть, как бы еще много других людей, но Билык и Могилевскую, да, потому что это те певицы, с которых я там слушал «Место математики», прижимая так. Но Билык тебя и открыла, по-моему, да? Это правда. Если ты делаешь для России, ты должен снять обязательно, ты должен снять Ротару и Пугачеву. А если ты делаешь для Европы? Если ты делаешь для Европы, тогда работай больше, мальчик, потому что там много звезд. Но к Мадонне тоже нужно подойти. А какой бы ты снял Мадонну? Я не знаю, вот когда она ко мне обратится, тогда и подумаем, какой бы я снял Мадонну. Для меня это всего лишь цель, на самом деле. Я не думаю, что это заоблачно. Нет ничего заоблачного. Абсолютно верно. Я верю, что ты снимешь Мадонну. Если мне это еще будет интересно... Если ей это еще если будет интересно. Это будет еще интересно. А ты не боишься, что вот этот момент клиповости... Сколько у тебя? 170, 180 клипов сейчас? Ой, вот сейчас я не знаю. Было, по-моему, месяца два назад 160 чем-то, а сейчас я не знаю. 170. Но понятия не имею, честно. Так, знаешь, не оказывает ли вот эта клиповость на твои фильмы, не окажет ли вот это мышление? Нет. То есть ты умеешь очищать мозги, отказываться нет, и делать нет, другое? Нет, нет, нет. На самом деле клипы — это некая фабрика, в которой ты испытываешь все новые фишки, новую технологию, новые идеи. Иногда куда ты выбрасываешь, куда ты выбрасываешь все свои такие сексуальные идеи, переживания. Идеи ради, да? Идеи ради красоты, идеи ради... А фильм — это то, куда ты приходишь и говоришь, я все это умею, но сейчас я слушаю историю и рассказываю эту историю так, как она должна быть рассказана. Если я делал фильм MTV, да, Orange Love, жесткий, четкий, четкий монтаж, минус какие-то сюжетные линии, минус пробросы, объяснения, сопливые там темы, встретились, полюбили,
заболели, умерли. Все. Больше ничего. Я хочу вернуться к самой интересной для меня теме. Это отношения, твои отношения с женщиной, твои отношения с Жанной. Я знаю, что она творческая личность. Да. И я знаю, что она актриса. И актриса всегда хочет быть на виду. И это, наверное, я знаю, что она делала программу, она даже со мной общалась по этому поводу. Угу. И она сказала, что ты ей в программе абсолютно не помогал. Да, я вообще не она придумала помогаю. Хорошую программу, она хочет быть на телевидении, она хочет быть, что-то делать рядом с таким деятельным мужчиной, как ты. Да нет, она и просто хочет делать. И ты ей не помогаешь. Делать. Почему? Это твой самый близкий человек, мать твоего ребенка. Да нет, это все чушь и все ни при чем на самом деле. Потому что каждый творческий человек должен идти своей дорогой. А помощь не нужна? Помощь я могу помочь, могу рассказать что-то, могу подсказать что-то. Но Жанна достаточно еще и отсеивающий человек. Если она хочет чего-то добиться, она хочет этого добиться сама. И она прикрывает некоторые двери, да, то есть... где она ей... тебя никогда не просит ни о чем? Нет, почему не просит? Если она о чем-то просит, я пытаюсь это сделать. Если я не могу, я ей говорю, нет, я не могу. Ну, я понимаю, ты хочешь, чтобы она всего добилась сама, да? Да, конечно. Без твоей помощи. А знаешь почему? Да, почему? Кайф будет гораздо более сильный. А и если... никто не сможет сказать, что это потому, что ей помогал ее муж. А если ей на это понадобится время, 5 лет, 7, 8? Да нормально, это прекрасно. Это прекрасно. Я помню... если она не выдержит и уйдет от тебя? Нет, от меня? А чем ты настолько... Господи. Ты же деспот. Да мы же абсолютно... Какой я деспот? Ну, у нас совершенно другой мир. Я это чувствую, насколько... женщине... Это все наносное. Нет, у нас совершенно другой мир. Он наш, он абсолютно вне этих игр. Но я могу тебя предупредить, как более взрослая женщина, чем Жанна, что женские амбиции, они настолько же сильны, как и мужские. Или я не знаю. А финансово тебе помогал твой отец? Никогда. Папа помогал мне выучиться, как отец сыну. А как ты собираешься стать режиссером-миллиардером? Нет, просто очень смешная эта статья получилась. Бадуев решил стать режиссером-миллиардером. Ну, деньги, они же тоже сексуальны. Да, мне не нужны миллиарды или миллионы. Мне надо вообще... Я вообще деньги не люблю. Я люблю, чтобы у меня все было, что мне нужно. У моих детей все было, что мне нужно. Меня так... любили в детстве, что никогда не было ни в чем границ. Я мог ездить в тот лагерь, который хочу, я мог питаться тем, чем хочу, я мог делать все, что я хочу, меня любили, и не было границ. И родители это делали разными абсолютно способами. Не всегда были деньги в семье, но я никогда не знал, есть ли они или нет. Это заслуга моих родителей. Я хочу, чтобы у моих детей было все. Все, что необходимо им. А скажи, вот критику со стороны других клипмейкеров, которых ты лишил работы, я никого не лишил работы, ни одного человека. Ну. Неправда вообще. Я всего лишь делал свою работу. Она была не похожа на других, она была смелая и рискованная на тот момент. Да, она была очень смелая, смелостью тот взял. Тот клип, который мы сняли для Ирины Билык «Снег», это было очень смело. Мы засветили все лицо, она там не пела. Это было зерно, это был серый клип. Если хочешь идти, иди. Если хочешь забыть, забудь. А в моде тогда у нас в Украине были яркие глянцевые картинки, такие вычищенные лица, такие все на подбор. Ну, некоторые до сих пор так хотят. Вот, некоторые глянцевые. До сих пор так хотят. А мы сделали вот такое. И это понравилось зрителю. Зритель в это поверил. Я помню, как ко мне приходил там Виталий Козловский, говорил, я хочу, чтобы вот падало вот это все, вот так вот, детали, тра-та-та-та-та. Я помню, как Наташа Могилевская со мной говорила о некоторых нюансах. Это все... пошло, пошло, пошло и пошло. Сейчас мы делаем наоборот. Мы отходим от выцвевшей картинки, потому что мне уже она приелась. И идем в пинап.
потому что пинап сейчас в моде. Очень ядовито-сочная пластиковая картинка. Даже, наверное, год назад уже был в моде, потому что Агилера отсняла это все. Абсолютно, вот приятно, абсолютно правильно. Но дело в том, что самое смешное то, что в Украине он уже уходит, а в Москве он только начинается. Очень странно. Слушай, так это просто быть клипмейкером. Посмотрел несколько хороших образцов и запустил. Не-не-не-не-не. Посмотрел не несколько хороших образцов, а посмотрел тенденции. Картины, поп-арт, клипы, посмотрел фильмы, посмотрел Vogue, Office L. Все это про Шарузил и так далее. Абсолютно согласна. Вообще, мне твои клипы напоминают современное искусство. А современное искусство, в современном искусстве, тема смерти одна из самых актуальных. И твоя последняя работа... Это моя фобия. Старость и смерть. Старость и смерть. Я очень честно говорю перед собой. Я боюсь старости, боюсь смерти. Я тоже боюсь старости. Боже, давай выпьем, чтобы немного забыть о старости, потому что я тоже боюсь старости. Надеюсь, что что-то изобретут, что мы останемся вечно молодыми. Понимаешь, даже в 80 лет будем выглядеть так же. А может, даже еще и моложе. Да. Я поэтому очень люблю фильмы Бертолуччи, потому что этот человек продлевает себе жизнь, снимая потрясающе красивых, молодых, сочных людей. А тема смерти, вот этот клип с тремя суицидными... Я думал, цветок и нож. Нет, я цветок. Ну, на самом деле, если говорить о теме смерти, то лучше поговорить о цветке и ноже Виагры, потому что это клип, который определенно перевернул понимание, что есть Виагра, да, то есть коллектив Виагра. Вообще, что есть Виагра? Она стоит, по-моему, $99. Вот сказал, хорошо. Вознесите, пожалуйста, Виагру. Да, кстати. Тут хороший стол. Как изменились возбудители за последнее время? Ну, возбудители стали... Секунду, я могу сейчас ответить так, даже как ты не ожидала. Поэтому я хочу сейчас понять, в какую сторону ты клонишь. А мне нужно как не ожидала. Не-не-не-не. Никуда не клоню, просто честно спрашиваю. Так надоело видеть... Если мне надоело, то я представляю, как зрителю надоело видеть... полуоголенных каких-то телочек таких, вот они сами несуразненькие, такие бедненькие, не умеющие носить шпилечку. Это все так, как ветхо. Я понимаю, почему все заказывают у тебя клипы, потому что все хотят быть. Вот. И так хочется видеть женщину. Женщина, это так прекрасно, когда ты видишь... и хочешь. Что смерть, она тоже сексуальна? Что она такое безумно смерть? Сексуальна. Вообще смерть — это то, что открывает, какой ты есть. Кто-то дрожит перед смертью, кто-то боится чего-то, да? То есть, ну, наверное, там, я бы безумно не хотел погибать в огне. Тут. Боже мой, и не думай об этом. Вот, да, но нет. Чего бы, не надо, не думай об этом. Я думаю о всем, что есть, что окружает. Я не хотел бы погибнуть в огне. Я бы не хотел погибнуть в самолете, потому что... Я очень много летаю, и я не хочу понимать, что у меня есть 3 секунды до того, как понять, что я, да, там, вот. То есть все, что ограничит твое дыхание, пусть это будет как-то так, тук, и все. Например, быстро. От чего-то, типа алкоголя. Ударчик какой-нибудь, в сексе круто, умереть от разрыва сердца. Это нужно умереть сердца, молодым, представляешь? Понимаешь? Да. Это... Не знаю, какой должен быть секс, чтобы умереть от разрыва сердца. Какой-то секс с инопланетянами. С тремя негритянками какими-нибудь, да. Вот, но на самом деле, а вот как в Риме умирали, да? Просто вскрывали себе вены в горячей ванне, при этом находясь в этой ванне с там 3-4 наложницами, которые тебя ласкали, это было красиво. Что это самый большой грех, самоубийство. Религия, она как вода, перетекающая из одного сосуда в другой сосуд. Она видоизменяется. Очень печальная эта тема. Давай вернемся к твоему новому приобретению. Угу. Ты купил себе очень красивую квартиру или дом. Домик. Турции на полуострове, да? Расскажи на самом деле, про это волшебное место. И мы с Жанночкой очень долго думали, на самом деле. Ездили, смотрели. И нашли такое маленькое место на полуострове Фитие, где потрясающая
Просто потрясающий пляж, который входит в 5 лучших пляжей мира и охраняется ЮНЕСКО. Золотой песок, наверное. Вот, там белый песок, там потрясающее море, потрясающие ресторанчики. И сколько стоит дома? Кредитик оформляешь, все по чуть-чуть заносишь. Ну, а что, мы же не магнаты, мы всего лишь трудимся. Я знаю, что ты купил, а обстановку будешь, мебель и дизайн вот будешь делать сейчас. Вот как раз после Нового года будем делать. Поедешь да. туда, да? Да, да, а да. Какой это будет дом? Какой твой дом? Это жанр? Будет очень простое место. Я не люблю ничего жалеть, да, я не люблю создавать такую обстановку, чтобы потом труситься. О, это кресло 18 века, не садитесь. А это чашечка, ё-моё, вы его разобьете. Сейчас я, подождите, я вам сейчас стаканчик дам. Вот это я ненавижу. Я люблю такое, чтобы было классно, комфортно, но чтобы, ну, испортилось, поменяли. Испортилось, поменяли. Все очень минимум, ничего не будет грузить, очень много будет фотографий семьи, детей. Я хочу, чтобы все люди, которые туда к нам в гости приезжали, фотографировались и тоже оставляли свой портрет. Это здорово. На самом деле у меня не так много друзей. Нет. Когда у тебя в друзьях весь шоу-бизнес, на самом деле у тебя очень мало друзей. Да. Это правда. Давай, за твою удачу, за успех. Спасибо за твое интервью кино. И за интересный разговор. Спасибо.